В юности Татьяна Труфанова хотела быть и биологом, и историком, и политологом. Чтобы объединить все свои увлечения, Татьяна стала журналистом-общественником. Журналистом, я думаю, все решают быть, когда просто тебе не все равно, и ты имеешь огромное желание рассказать об этом. Нет какой-то цели у меня глобальной, грубо говоря, там перевернуть мир, потому что я отталкиваюсь прежде всего от своих интересов. А интересы у Татьяны масштабные, если не сказать глобальные. Началась ее активность с выставок на автовокзале. Она организовала их для гостей из сел. Теперь она выходит на митинги как экоактивист. Татьяна против вырубки скверов и бездумной застройки без озеленения. Прекрасно себе отдаю отчет, почему я впряглась за деревья. Я думаю, вот что меня всего больше радует в этой жизни, когда я смотрю на своих детей и когда я смотрю на природу. Я люблю архитектуру, я люблю живопись, я люблю музыку. Но дети и природа – это то, что доставляет мне самый большой кайф. Татьяна много времени посвящает общественной жизни, но не забывает и о семье. Как она сама говорит, у нее все, как у всех. Муж, двое маленьких детей. Их она бережет так же, как и природу, с любовью и самоотверженностью. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.